Вынужденное затворничество – не повод для грусти, а возможность заняться чем-то действительно полезным. Не стоит тратить драгоценное время на безделье и скуку. Обучение и самосовершенствование помогут интересно провести время дома. Лечу к тебе я словно комета, и даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Самоизоляция – время для развития новых навыков. И почему бы не начать с вокала? Ведь известно, что любой мужчина, умеющий петь, способен завладеть сердцем красавицы. Ведь, как известно, девушки любят ушами. И тут главное выбрать песню, наиболее подходящую вкусом избранницы. Если она всем музыкальным стилям предпочитает творчество Киркорова, вряд ли ее привлечет исполнение в стиле рэп. Ну а прежде чем начать покорять любимую, необходимо более детально разобраться в этом вопросе. Ведь не хотелось бы выглядеть глупо перед дамой сердца. Особенно, если у нее хороший вкус и тонкий слух. Впрочем, только идущий осилит дорогу. Поэтому попробуем освоить искусство вокала самостоятельно. Найти обучающие курсы очень легко. Достаточно всего лишь ввести вопрос в поисковой строке и готово. А дальше внимательно слушаем и повторяем. Как оказалось, не так уж это и просто. Но если есть желание, сила воли и терпение, то все получится. Теперь стоит проверить свои навыки на практике. Тут важно не стесняться, ведь женщины любят не только поющих, но и смелых. Так, интересно, какая же будет реакция? Привет! А у меня есть для тебя сюрприз. Готова? Только никуда не уходи. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Без ума люблю. И даже если у вас на первый раз ничего не получилось, не стоит расстраиваться. В любом случае, настроение вы и подняли. Александр Кононов, Данил Захаров. Утро нового дня.